Йоу! Всем привет, ребят, с вами Херейт, и приветствую вас на просмотре влога из поездки в Питер. И желаю вам приятного просмотра. Это Маша. Здравствуйте. Это Аня. Ты в камеру посмотри случайно. Не... Ну посмотри. Ладно. Вот. Сидим, короче. Нужна линейка. Зачем тебе линейка? Чтобы измерить, какой я забыла, как называется. Мегалодон? Нет, там другой человек. Ладно, короче, я прилетел в Москву, сидим, ждем Артема. Короче, у нас компания здесь пополнилась. Аня, опять посмотри, да. Короче, сидим, ждем Отомчика. Он должен прилететь, ну, плюс-минус. Через 20 минут. Через 20 минут, да? Да, да. Через 15.02. Через 20. Ну, короче, пошли там... через 20 минут. Через 20 минут, да. Через 20 там сидеть негде. Ну, ладно. Короче, Отомчик, ждем тебя. Не, а что это? Что это? Что это? Ты это где сидишь? Инстаграм хорошего человека. Ну да, серьезно? А ссылочка на него, кстати, в описании. Кто вот подписан, тот вот истории как бы. Понятно, там истории классные. Да, там истории, а вот те, кто смотрит, тот вообще это... Ролики. Что это за Инстаграм? Не, это плохой Инстаграм. Вот это хороший. Вот кто вот на это вот подписан, тот... Вот это самый лучший. Не-не-не-не-не, вот это самый лучший. Кто вот на это вот подписан... Смотрите, какие тут фотографии. Смотрите, да, вообще кайфы ты. Подожди. Здесь вообще столько фоток, капец просто. Ссылочка в описании, кто, кстати, был подписан на него заранее, вот. Тот как бы знал вот об этом все, что здесь происходит заранее. Ставьте лайки, будет большая подписка. И не подписывайтесь. Не подписывайтесь на него, вот на это. Не подписывайтесь вот на это. На скалопендру не надо. Это наша, это лайк за котика. Они драться начинают, ребят, не страшно. Короче, у нас тут такая ситуация, все снимают влог, я тоже, чем я хуже? Вот тут вот огромное табло. Привет. Привет, это Аня. Получается, Отомчик уже сел, и мы ждем, когда он выйдет вон из тех вот дверей зеленых. Вот. Такие делишки. Артема встретим, капец. Артема встретим. Вообще просто везде блогеры. Я тоже блогер. Ха-ха-ха. Короче, вот. Я тоже мог снимать. Либо за этой дверью, либо вот за той дверью, но он. Это Аня. Либо он за той дверью. Ну, и за какой дверью он выйдет? Мы подальше отойдем, это мы не знаем, из какой. Делайте ставки, из какой, мне из кажется, какой двери. Напишите в комментариях. Шучу. Ну да, все выходят оттуда, поэтому он 100%. Он 100% выйдет оттуда, я уверен. Короче, я не снял, как Артем вышел. Это Даша. Артем, покажися! Артем! Всем привет! Привет! Меня пустят, вас нет. Короче, мы сейчас едем ко мне в отель, потому что у меня есть шмотки. Да, и тебе так вот записывают блоги настоящие. Да. Все. Удачи. Экстренное включение, дверь номер не закрыта. Коломане, Маша. У тебя муха валяется, короче. В смысле муха валяется? Максим, покажи. Вот. Ну, слушай, предыдущий жилец. Тут эти две собрались переспать, короче. Это мой номер, я здесь живу один, они здесь почему-то прописались. Правила существуют, чтобы их нарушать. Все, может, мы пойдем уже? Да, мы уже уходим, погнали. Да. Это третий день пребывания в Москве. Завтра на поезде в Питер с ребятами едем. Вчера гулял по Афимолу и больше ничего толком не делал. Вот. Короче, поэтому ничего и не снял. Но я купил одну замечательную вещь. Вот. Пока не скажу зачем, пока не скажу кому и что там тоже не скажу. Вот. Поэтому смотрите дальше. Короче, мы гуляем. Вот. И курим. Чуть-чуть я пошутил.
не берите в голову. Ну, Артём курит, мы нет. Я. Вот, короче, в кайф пойдем скоро, через часик. Вот, а пока гуляем. Артём курит. Нет, я не курю. Да, шутка. Неудачная шутка. Мы гуляем, короче. Короче, мы сидим в кайфе. Буджо. Артём фужер умудрился разбить. Это Маша. Ну, короче, тот же самый состав, только Буджо пришёл. Чтобы вы понимали, Артёмка после двух минут пребывания в кайфе сразу разбил. Да. Мы даже заказать ничего не успели, а он уже фужер разбил, чтобы... Давайте... Да вообще, прям. Артём, тебя нельзя в такие места проводить. Короче, приятного нам аппетита. Приятного аппетита всем, кто кушает. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. На мой канал. Короче, приятного нам аппетита. На все наши каналы, чуваки. Увидимся чуть позже. Мы в Москва-Сити. Это Вуджо. Нет, я и есть Москва-Сити, чувак. Да, это сидит там, Артём фоткается. Давайте посмотрим, как. Давайте посмотрим на них. Давайте, давайте. Ребят, помашите вам влог. Привет, мы тоже фоткаемся, да. Короче, в инсте все фотки там. Может, не все пока что, но, короче, ссылка на то. Стой, стой, не церковь. Фанта, заплати. Натуре. Спасибо, влог. Спасибо, Фанта, за влог. Без вас он бы не вышел. Салют, ты Фанта. Цвета будто ламба. Смотрим дальше. Тут, короче, мы, я... Причем все остальные в Фикспрессе. Вот. Мы тут охраняем сумки, потому что у нас скоро поездка на вокзал. Вот. И мы покупаем все в поездку. Вот. Сейчас все купят, потом мы с Артёмом купим. Сложно, замкнутая система, короче, увидимся на вокзале. А мы тут около перекрестка. Тут затарились, капец просто, вы бы знали, не около Мане. У нас поезд через сколько? Через три? У нас выезд через три часа, ребят? Там тогда купят. 10-1. У нас еще как же сложно. 2 часа. 2 часа еще? Да. Смотрите, всем привет. Ставьте лайки, если любите кушать. Всем привет. Обожаю вас, подписчики. Ставьте лайки, подписывайтесь на вот этого хорошего, очень хорошего человека. Уэк. Херейт самый лучший. Херейт тут чей-то чемодан кто-то забыл, надо выкинуть. Люблю херейт. Да, давайте выкинем. Спасибо. Короче, мы поехали, давайте. Увидимся на вокзале. Наконец-то мы в поезде. Мы с Артёмом едем в отдельном купе, все остальные вон там за стенкой. Вот, там у нас окошко, здесь у нас все, там у нас снизу багаж, здесь у нас зеркало, но это как бы дверь из купе, мы открывать ее не будем. Это Артём. Всем привет, вот, короче, я так устал, что я мне сейчас откинусь, все, короче, всем спокойной ночи. Прямо, я сплю здесь сверху, и я буду кататься по нему, когда буду залазить. Вот. Я искренне надеюсь, что, короче, у нас не будет этих... Никого? Да, попутчиков, потому что у нас здесь и так, типа, темно. Ну поэтому... да. Ой, не темно, а тесно. Вот. Тесно, да. Короче, ребят, увидимся в Питере. Ну а дальше нас всех ждала бессонная ночь в поезде. Вернее, кто-то спал, ну, скорее всего, все, кроме меня, потому что... Я не знаю почему, но мне пришла в голову идея вообще не спать всю поездку. Кстати, с этим челленджем я справился, однако потом спал весь день в Питере. Хы. Смотрите дальше. Мы на вокзале в Питере. Мы живы. Сидим здесь все. Вот. Ждем людей, потом поеду заселяться. Я живу отдельно от всех. Маша. А еще я хочу спать, я вообще ничего. Я уже больше 12 часов в Питере, уже вернулись с вокзала, уже всех встретили. Я уже погулял и вот. Короче, мне лень вам показывать, в общем, номер, все. Ну ладно, покажу, так уж и быть. Там вон кондёр, тут картина, там тумбочка, здесь кровать, там окно, тут зеркало. Кстати, это телевизор, когда включаешь, там телек, я сам в офиге. Вот, тут, собственно, стол. Там мои вещи, тут стенка, вообще оформление круто, там вешалка, вон там вон выход, и вот за этой стенкой туалет. Все, я спать, спокойной ночи. Ну а на утро, после того, как я проснулся, я поехал к ребятам и предложил всем вместе сходить на страшный хоррор-квест, на что все согласились, и мы пошли. Но, к сожалению, я там ничего не снял, потому что, ну, это, в принципе, логично.
Мы прошли квест. Мы прошли его очень быстро, ни капли. Мы прошли его очень быстро, ни капли не испугались. Да вообще! Вообще не страшно. Особенно вы. Мы вообще там в уголку стояли, никуда не ходили, мы все делали. Я вообще один шел всегда, когда были задания. Вообще не страшно, короче. Смотрите дальше. Конечно. Вот посмотри вот сюда. Посмотри вот сюда. Белые кроссовки были. До этого момента. Сейчас сделаем. Дальше, смотрите дальше. На часах у нас пол третьего дня, 26 число, на улице 22 градуса. Нормально. На самом деле чудесный день, чтобы пойти и прогуляться по парку, как мы это сделали вчера, кстати. Я вчера под фонтаном пробежал, кто смотрел инсту, тот знает. Вот. Поэтому я вчера у чувака фоткался. Поэтому сейчас мы едем опять с компанией и будем там гулять. Вот такие делишки я в этот раз под фонтаном бегать не буду. Ни за что. Не спрашивайте, почему мокрый я. Давайте тихо. Там я не купался, но купался кое-где в другом месте. Давайте, они типа, немного давай. Тоже... Давайте типа напугаем их и уйдем. Давай. Давай, верно. Закройте рюкзак, мы кто-то... Фу, короче, мне холодно, поэтому скоро в отель. Вот. Впервые во влоге желаю вам доброе утро. И начинаю записывать его тогда, когда только встал. Потому что еду кое-куда вот с этим пакетом. А вот куда, узнаете чуть позже. Мы тут в аэропорту, только мы не улетаем. Мы ждем человека из Амстердама. Мы ждем из Амстердама. Ладно. Мы улетаем. Не, мы ждем очень... Да, Маша, на тебе. Мы ждем очень хорошего человека. Если боитесь, идите сюда. Мы ждем очень хорошего человека. Я надеюсь, что он как можно скорее выйдет. Тихо, я тут главное лицо. О. Давай, давай, давай. Шапку потерял, подожди. Смотри, ты поэтому нас нашел? Вот, смотри. Началось в деревне утро. Давай. Это все мне? Это все мне? Да. Это вам, а это нам с Крейдом. А мы тебе на. Best friend. А это нам. Пепперони. Best friend, я считаю. Главное, не убейтесь. Ямочка тоже побежала. Они что, меня звали? Я же не такой дебил. Давай, картошка сейчас упадет. Скорее, ты следующий. Нет. Аня в кроссовке пошла. Замечательно. Вы живы вообще? Тебе нормально чайник? Да мне супер вообще. Мы можем еще раз. Давайте еще раз. Давайте еще раз. Стоп! Я
Вы живы вообще? Дальше, блин! Картошка, не прикасайся, кажется. Меня все мокрые! Картошка, не прикасайся, главное. Картошка! Картошка! Какая стыд куда? В шароварах. Стыд куда? В шароварах куда еще? Ладно. Снимаем маску. Ты в маске бегала? Бегала. Да! Она в кроссовку бегала, ты о чем? Ты в заки мочишь. Подожди. Куда? Еще? Давай. Смотрите. Раз, два, три. Это как минимум аэропорт. Едем, надо провожать. Вот. Ранда-ранда-ранда-лу. Я не умею плакать просто так. Мы вон того вон. Вон того вон человека. Мы уважаем. Вон того вон. Привет. Он еще вернется, да? Лёжа. О, тестик. Привет. Привет. Очень. Не могу, блин. Вернись к нам. Вернись. Ну, уедет, приедет. Нас батя уехал. Мы без бати остались. Отец. Отец. Мы будем по нему скучать. Мы тебя любим, пап. Мы любим тебя. Мы тебя любим. Мы тебя любим. Мы тебя любим, папа. Папа, что мы можешь? Тебя любим. От нас батя уезжает. Папа. Не улетай. Мы тебя будем помнить, как отца 20 лет. Где он здесь, вот расписался. А это фотография наша. Ранды. От нас батя уехал. Батя. Папа, стой, папа. Папа. Пока, отец. Ранды. Пока, снимай отец. Снимай нас. А тут через заборчик. Ранды. Надо. Папа! Папа, нет! Папа! 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 Подписчица. Подписчица. Можешь с ней сфоткаться? Все, отмена. Все, отмена. Вон, папе, говори пока. Че ты ребенка снимаешь? Тебя за это заслужили. Не снимаю. Папочка! Папа! Папа! Пока. Пока. Его, он улетел. Он стоит в очередь. Да? А вот оттуда не видно. Ну, можешь смотреться с нами. Ну, типа, наркоманы Петрович. Я мужик. Он улетел. О, нет. Все. Я не могу передать это словами. Я потеряла самого близкого мне человека. Я его больше не увижу. Не знаю, когда я его увижу. Привет. Я его не увижу. А выгодно от них ехать. Я пью кофе. Мы приводили нашего папочку. От нас папа уехал. Мы приводили нашего папочку обратно в Новосибирск. Мы будем по нему очень сильно скучать. Он сказал, что купит мне билет на завтра на утро к нему, но я чувствую, он врет. Мне тоже предлагал. Но мне кажется,
Нас обманули. Даже он не обманул нас, он заботится о нас так. Да. Пап, приезжай поскорее, мы тебя очень сильно любим. Мы будем по тебе скучать. Извините, все, я вырубаю, все. Извините. Вот и последний день в Питере. Сегодня ночью я улетаю обратно в Уфу. И все. Я улетаю. Получается, один из последних. Завтра только Ксюша уезжает, и все. Больше никого здесь нет. Очень грустно на самом деле. Мне здесь понравилось. Питер, конечно, не Уфа. Но все же здесь очень круто. Я бы с удовольствием провел здесь на пару дней больше, но надо возвращаться домой. И вы задолбали мне писать, друзья мои. Вот. Я просто приехал в этот парк, потому что мне здесь нравится. Здесь очень круто. Здесь часто были с ребятами, а сейчас здесь один. Вот. Ну, пора домой, что могу сказать. Ой. Короче, после парка приехал в номер. Тут эхо, извиняйте. Собрал все вещи. Вот. И получается, мне через 5 часов надо быть в аэропорту. И я улетаю. Вот такие делишки. Очень грустно, мне очень тут понравилось. Даже не сам город, а воспоминания, что здесь были. Вот. Ну ладно. Когда-нибудь я еще с ребятами встречусь. Обязательно. Ну а теперь пора домой в Уфу. Ну вот, примерно вот так вот и прошла моя поездка в город Санкт-Петербург. Разумеется, я снимал не все, что там произошло, и не все вставил, что снял. Потому что вы должны понимать то, что в первую очередь в Петербург я ехал отдохнуть для себя, а не для того, чтобы записать для вас какой-то ролик. Но даже в свой отъезд по причине отдыха я решил записать для вас видосик. Я надеюсь на ваш лайк, подписку и комментарий. Ну а я с вами не прощаюсь, потому что уже скоро выйдет следующий ролик. Всем пока-пока, удачи!